Израиль сделал что-то очень ограниченное и хорошо продуманное. По моему мнению, это было своего рода соглашением с Соединенными Штатами. Все арабские страны коалиции были проинформированы заранее. А эта коалиция очень и очень важна, потому что Иран неделю назад поспособствовал объединению этих стран, создав своего рода геополитическую структуру на Ближнем Востоке, с которой отныне следует считаться. Даже в этой небольшой атаке была раскрыта уязвимость Ирана. И мы знаем, что военная база в Исфахане находится недалеко от ядерных объектов. Так что это является неотъемлемой частью послания Израиля Ирану. Израиль, как и США, хотел бы закончить эту главу и получить некоторую свободу действий для продвижения в Рафахе, а затем в Бейруте, потому что это открытый фронт для Израиля. Я бы сказал, что мы видим поворотный момент перехода теневой войны между Ираном и Израилем в открытую войну, и это меняет геополитическую панораму Ближнего Востока.